Добрый день, дорогие друзья! Я Сергей Шалимов, продолжаю уроки на Саратской гармонике. По многочисленным просьбам мы перемещаемся во вторую октаву, потому что в ней гармошка звучит ярче. Концертной гармонике в тональности до мажор. Сейчас у большинства учащихся именно такие гармошки. Итак, у нас в первой октаве было 6 звуков, умещались на 3 кнопочках. Теперь у нас задействованы все 4 пальчика. До, ре, ми, фа, соль и нота ля. Ноту ля мы уже нажимаем 4 пальцем. Конечно, к такой пальцовке нужно привыкнуть. Для начала попробуйте сыграть самую первую песенку, которую мы разучивали, как «Под горкой под горой». Здесь у нас во второй октаве получится все совсем по-другому, пальцовка другая. Итак, возвращаемся к композиции русской народной песни «Светит месяц». Пока спортсмены у нас пробежали, тишина, у них началась репетиция, тренировка. Итак, фа, соль, ля, соль, фа. Сыграйте. Дальше. Ми, фа, соль, до. Сыграйте вместе со мной. Теперь соединим эти обе фразы.
Спасибо за внимание. До новых встреч!